Всем привет! Меня зовут Вика. Я являюсь хореографом и по совместительству экономистом. И это моя квартира. И сегодня я вам покажу, как я ее обустроила. Вся идея моего интерьера началась именно с этого кресла. Кресло Strandman из IKEA. Когда кресло пришло, в квартире только начинался ремонт. И как раз ремонт мы делали 9 месяцев. И все 9 месяцев это кресло стояло на складе и ждало свой звездный час. Такой интересный журнальный столик. Это столик-корзина. У него поднимается верхняя часть, и туда очень легко складывать любые подушки, пледы, которые сейчас не используются. У меня двухкомнатная квартира, 44 квадратных метра. На данной планировке успели расположиться спальня, зал и большая гардеробная. Весь ремонт выполнен в трех основных цветах – белый, серый и розовый. Серым и розовым мы отделили стены. В зале серая стена, в коридоре серая и в спальне розовая, что помогает визуально расширить пространство. На этапе ремонта все меня отговаривали клеить белые обои в связи с тем, что это очень яркий цвет, цвет достаточно простой, многим он казался непонятным, но после того, как мы поклеили обои, все абсолютно изменили свое мнение. Светлые стены очень расширяют пространство, делают его очень-очень легким, не напрягают глаз. Центром моей гостиной стал этот замечательный диван из IKEA. Многие писали плохие отзывы, многие писали хорошие отзывы. Я не стала верить мнению плохих отзывов и решила заказать. И очень удобно его декорировать любыми подушками. Подушки – замечательное средство интерьера в плане того, что их может быть очень много, и они никогда не испортят вид дивана. Я ищу все любые подушки в разных местах, будь это то AliExpress или супермаркеты большие, Metro, Lenta, Leroy Merlin. Везде можно найти разные подушки. Одно из моих самых любимых мест в квартире – это 8-кубовый стеллаж. Этот предмет интерьера полностью был пустым, и все наполнение – это только плод моего воображения, представления и моих интересов. Здесь расположились все памятные вещи – это подарки, это любимые мои книги, коллекция моих любимых журналов, также есть большие корзины, в которых я храню важные для меня вещи. И наверху расположился мой мини-урбан-джангл, как говорится в современном мире, или небольшой сад с цветами, которые я безумно люблю. Это самая большая у меня радость, когда мои цветы цветут. Также мне недавно пришла с магазина IKEA такая интерьерная лейка в стиле Scandi, которая, естественно, стала одним из жильцов моего куба. Спустя полтора года завершения ремонта все равно остаются незавершенные проблемы. Так, например, у меня остались пустые места для светильников, потому что для меня это стало большой проблемой. Я не люблю люстры, никогда раньше не обращала на них внимания. Пришлось много думать насчет светильников. Это моя спальня, моя мечта. С детства мой любимый цвет розовый, и мне никогда родители не разрешали в своей комнате поклеить розовые обои. И вот я выросла и уже сама могу исполнять свои мечты. Самая моя красивая кровать, которая инкрустирована стразами, и в цвет ей у меня есть тумба с таким же красивым светильником, кристаллической основой, красивая тумба, которую я тоже декорировала сама, так как эта тумба тоже IKEA, и в комплекте к ней идет стандартный черная ручка. Я данную ручку заказала на AliExpress,
она выполнена в виде кристалла, очень дополняет все вот это вот пространство. И самая главная моя гордость на данный момент – это вот такая композиция из подушек. Очень долгое время я любовалась на просторах интернета, опять же, различными профилями в Instagram, хоум-блогеров, которые показывают, как красиво у них выполнена кровать, как они красиво заполняют вот это вот много подушек, которые выглядят мягко, зефирно. И, наконец-то, я тоже свою мечту осуществила. И еще один очень красивый угол в моей спальне – это угол возле комода. У меня здесь выстроена композиция с постерами, которые я сама ищу на просторах интернета и печатаю их сама. Вот такая вот нежная красота получается, которая радует меня каждое утро, когда я просыпаюсь. Естественно, в спальне не обошлось без кнопиного места. У нее есть свой домик, своя лежанка, которой она практически не пользуется, потому что она любит спать на мягкой кровати со мной. Но когда я, конечно, ругаюсь на нее, она уходит туда. Но ругаюсь я на нее достаточно редко, поэтому в домике она тоже находится очень редко. И давайте зайдем в гардеробную. Вот такая большая гардеробная у меня есть. Я считаю, что это тоже мечта любой девочки. Большой шкаф, куда можно уместить все свои вещи. И так как я являюсь по совместительству руководителем танцевального ансамбля, естественно, в моей гардеробной есть очень много костюмов различных, от народных до хип-хоп моделей. Гардеробная выполнена по индивидуальному заказу в компании Rico Мебель. Сделано было очень много открытых шкафчиков, и порядок в открытых шкафчиках мне также помогает навести вот такие вот кубы, коридор, благодаря которому можно попасть в мою замечательную квартиру. Выполнен он в таких же цветах, как и зал. Это белые обои и серые обои. Плитка керамическая, под которой находится замечательный теплый пол, который очень сильно спасает в холодное время, на котором очень удобно зимой сушить обувь. Это один из самых больших плюсов. И самая главная достопримечательность моей квартиры, которую уже достаточно многие даже узнают, это моя кухня. Кухню также я заказывала в компании Rico Мебель. Кухня тоже сделана по индивидуальным заказам. Все подобрано было под меня, как и высота столешницы, так и высота верхних шкафчиков. Кухня белая. Также много слышала о том, что не стоит покупать белую кухню в связи с тем, что все-таки это кухня, постоянно готовить, постоянно убирать. Могу полностью опровергнуть эти слова. Белая кухня – это самое универсальное, что может быть в доме. Она очень легко убирается, ее очень легко мыть, и на самом деле белая кухня очень радует взгляд. Мой любимый постер, на котором написано «Это кухня для танцев», потому что я достаточно часто танцую на кухне, когда готовлю. Можно сказать, с чайника и началась моя идея обставить кухню тоже в розовых тонах, найти предметы интерьера, которые могли бы сочетаться, как, например, такую вазу или замечательную доску ручной работы. Одной из болевых точек моей кухни является данный газовый щиток. Многие спрашивают: «Вика, почему ты не убрала этот щиток или не спрятала его?» Я этого не сделала, потому что это меры безопасности. Все красиво обставленные углы в своей квартире я стараюсь всегда дополнить цветами. И стараюсь это делать именно живыми цветами. Либо сухоцветами, либо живыми цветами. Иногда живые цветы могут стать сухоцветами, как, например, вот этот лимониум, который у меня уже стоит достаточно долгое время. Для меня мой дом – источник энергии, силы и вдохновения. Любите свой дом, меняйте его, делайте все по своим правилам. Вы были в гостях у меня, у Вики Ежевики. Спасибо!